Жизнь Рамануджи. Глава 7. Изгнание из Шри Рангама. Часть 2. Жизнь в Шри Ядавадри. Пока ученики Ятираджи страдали от рук Колутунги, он смог незамеченным убежать из Шри Рангама. В лесу, к западу от города, к нему присоединились Говинда, Дашарати, Данурдаса и другие его последователи. Опасаясь преследования царских офицеров, они быстро пересекли лес в западном направлении, идя без остановок и без всякой пищи 2 дня и 2 ночи. В конце концов, изможденные, они легли у подножья горы. Ноги их были в волдырях, а тела изранены лесными колючками. Вскоре вся группа уснула. Невдалеке от того места, где расположились Рамануджа и его ученики, была деревня, населенная чандалами, людьми очень низкого происхождения. Когда несколько жителей деревни увидали неподалеку от их домов группу спящих брахманов, им очень захотелось оказать этим святым людям какую-нибудь услугу. Не беспокоя спящих, они собрали множество разных плодов и разложили их вокруг того места, где лежали брахманы. Затем они разожгли костер и стали ждать, когда брахманы проснутся, чтобы узнать, что привело их в этот глухой район. Наконец, Ятираджа и другие проснулись, освеженные сном. Увидев фрукты и костер, а также лесных жителей, стоявших вокруг и готовых служить им, они поняли, что Господь Нараяна защитил их от опасности леса. Они быстро искупались в соседней реке и, предложив сначала фрукты Господу Хари, утолили голод, насладившись просадом. Из слов селян Ятираджа понял, что они перешли границу царства Чоласа и таким образом спасены от преследования людей Колутунги. Хорошо отдохнув, Рамануджа благословил чандалов и продолжил со своей группой путь на запад. Вечером они подошли к другой деревне и их проводили к дому брахмана, которого звали Шри Рангадаса. Когда они пришли к его дому, брахмана не было, он как раз ушел собирать подаяние, но его благочестивая супруга Чалан Чаламба была рада, что может оказать служение вайшнавам. Она пригласила их в дом, удобно усадила и сразу пошла на кухню готовить. Вскоре вернулся домой Шри Рангадас, который тоже обрадовался, увидав у себя в гостях столько вайшнавов, в том числе знаменитого Рамануджа Ачарью. Когда пища была готова, ее предложили Господу Вишну, а затем раздали просад преданным, которые с удовольствием его съели. Они оставались в доме Шри Рангадасы 2 дня, а перед самым уходом Ятираджа дал инициацию и мужу, и жене. Когда вайшнавы снова отправились в путь, Шри Рангадаса пошел с ними в качестве проводника. Под вечер они достигли места, известного как Вахни-Пушкарини, и остановились там на 2 дня. Затем, попрощавшись со Шри Рангадасой, они направились дальше, к деревне Шалаграма, где остановились у брахмана по имени Андхрапурна, очень аскетичного преданного. Видя его хорошие качества, Рамануджа инициировал Андхрапурну, и тот стал его личным слугой. С тех пор он всегда был при гуру, желая служить его лотосным стопам. Андхрапурна рассказал Ятирадже о великом преданном по имени Пурна, жившем в деревне Бхактаграма, недалеко от Шалаграмы.
пройдя через Нарасимха-кшетру, они направились к Бхактаграме и некоторое время оставались там в обществе Шри Пурны. Царь этого края, Витхаладева, был последователем религии джайна. Его дочь уже несколько лет была одержима злым духом, несмотря на все старания жрецов джайнов изгнать его. Когда царь услыхал о приходе группы вайшнавов с востока, остановившихся в Бхактаграме в доме Пурны, он пригласил их во дворец, надеясь, что они смогут как-нибудь помочь принцессе. Рамануджа Ачарья, как чистый преданный, всегда был полон божественной силы, и таким образом он смог изгнать духа, просто посмотрев в лицо девушки. Царь Витхаладева был так обрадован и удивлен, видя, как легко этот преданный Господа исцелил его дочь, что сразу же стал искренним преданным Ятираджи. Желая понять учение вайшнавов, он поклонился Ачарье в ноги и просил его раскрыть ему истинное заключение вед. Когда Рамануджа рассказал о славе преданного служения и чистой любви к Богу, сердце царя было тронуто. Он стал раскаиваться своей приверженности философии джайна, совершенно лишенной духа любви к Богу. Созвав всех своих жрецов джайнов и пандитов, он предложил им послушать великого философа преданного. Когда Ятираджа начал убедительно объяснять джайнам положение личности Господа как абсолютной истины, некоторые из присутствующих стали глумиться, нарушая порядок, пока их по приказу царя не выдворили с собрания. Когда Рамануджа кончил говорить, лидер джайнов встал, пытаясь опровергнуть представленные ему утверждения. Однако, не найдя никакой возможности противопоставить что-либо безупречной логике философии вайшнавов, джайн тут же, богохульствуя, бросился в атаку на последователей Санатана Дхармы, отвергая все предъявляемые ему Рамануджей доводы. Царь Витхаладева, человек глубоко интеллигентный и нисколько не тронутый различными уловками джайна, сказал: «Нет ничего проще, чем поносить других. Вы великий ученый. Если вы можете, опровергните развитую вашим оппонентом доктрину вескими аргументами. В противном случае, вы должны отказаться от своего ложного учения и принять вайшнавизм». Джайн не нашел слов, чтобы опровергнуть доводы Рамануджи, и был вынужден в замешательстве сесть на свое место. Еще несколько философов джайнов пытались отстоять свои собственные мнения, но безуспешно. И тогда царь встал и снова обратился к собранию. «Сегодня все вы видели, как наши самые высокие ученые джайны были наголо разбиты Ачарьей вайшнавом. В чем же сейчас заключается наш долг? Упорно держаться доктрины, которая, как было доказано, является ложной, или принять возвышенное учение любовной преданности, которое было представлено нам с таким блеском?
любой разумный человек согласится, что счастье предпочтительнее несчастья, а знание предпочтительнее невежества. Поэтому пусть этот великий преданный посвятит сегодня всех нас в истинную веру, и да будем мы таким образом счастливы. Все джайны, за малым исключением, согласились с этим предложением и приняли посвящение вайшнавы. Царь принял также своим духовным наставником Ятираджу и получил новое имя. С этого времени он стал известен как Вишнувардена. Обратив Вишнувардену и его жрецов в вайшнавизм, Ятираджа остался в этом городе на несколько месяцев, чтобы дать своим новым ученикам надлежащие указания. Затем, в сопровождении только тех своих последователей, которые пришли с ним из Шри-Рангама, он отправился в город Ядавадри. Однажды утром, спустя несколько дней после их прибытия, Рамануджа, проходя через рощу Туласи, заметил что-то необычное, торчащееся из-под муравейника чуть подальше от дороги. Позвав своих спутников, он велел им копать в этом месте, и вскоре оказалось, что находкой Ятираджи было прекрасное божество Господа Нараяны. Божество очистили и установили на алтаре. Старые жители города помнили, что их отцы рассказывали о божестве, известном как Ядавадрипати, которому здесь раньше поклонялись. Когда на эту страну напали полчища свирепых мусульман, продолжали они, все ее жители в ужасе бежали. Брахманы спрятали где-то божество, чтобы им не завладели захватчики. С тех пор никто не видел Господа Ядавадрипати. Благодаря вашей великой преданности, Господь, видимо, решил снова явить себя. И тогда Рамануджа подтвердил слова стариков. Это, конечно же, Господь Ядавадрипати. Прошлой ночью он явился мне во сне и велел восстановить поклонение ему в этом месте. Теперь все вы должны потрудиться и общими усилиями построить красивый храм для поклонения Господу. Следуя наказу Ачарьи, ученики Ятираджи вместе с горожанами принялись за работу. В тот же день был сооружен просторный соломенный коттедж, в котором можно было поклоняться Господу Ядавадрипати. Благодаря самоотверженному преданному служению, в городе Ядавадри менее чем за год был построен красиво отделанный каменный храм, и Господа торжественно перенесли в его новую резиденцию. Перед входом в храм было вырыто красивое озеро, воду из которого использовали для ежедневного омовения Господа. По берегам озера обнаружили белую глину, которой вайшнавы наносили на свои тела тилаки. Раньше они приносили эту глину из деревни Бхактаграма, и таким образом это открытие избавило их от определенных неудобств. Thank you.
в Южной Индии принято, чтобы в каждом храме поклонялись двум божествам. Одному божеству поклоняются жрецы храма, в то время как другое, обычно меньших размеров, выносится из храма для процессии в дни фестивалей. Эта форма Господа известна как Утсава Виграха или Виджая Виграха. Однажды ночью, вскоре после завершения постройки нового храма, Шри Ядавадрипати явился Рамануджи во сне. «Рамануджи», — сказал он, — «я очень доволен твоим служением, но поскольку здесь нет моей Виджая Виграхи, я не могу оставить храм, чтобы дать свои благословения моим преданным. Поэтому, пожалуйста, займись установлением божества, известного как Рамаприя, которые вывезли на север мусульманские захватчики и которые сейчас хранится у императора Дели». Приняв приказание Господа как своего вдохновителя, Ятираджа на следующий же день отправился в Дели, взяв с собой лишь нескольких своих учеников. Проведя в пути 2 месяца, они наконец прибыли в этот знаменитый город. Поскольку слава Рамануджи разнеслась в то время по всей Индии, его пустили к императору, которому пришлось по душе его чистота и ученость. И он спросил о цели его утомительного путешествия. Когда Рамануджа рассказал ему о своем желании вернуть Шри Рамаприю в Южную Индию, император не стал возражать. Вайшнавов провели в большой зал, где хранилось много разных божеств, захваченных мусульманами во время разных нашествий на Индию. Однако даже самые тщательные поиски ни к чему не привели. Рамануджа понял, что Рамаприи в этом месте нет, и разочарованный вернулся к императору. Тогда император сказал, что у него есть еще одно божество, самое красивое из всех. Эта форма Господа была так привлекательна, что дочь императора держала его в своих апартаментах. Когда Ятираджи показали божество, он сразу узнал Шри Рамаприю и пал ниц, выражая ему свое почтение. С разрешения императора преданные забрали Господа и сразу же отправились в Южную Индию. Они шли днем и ночью, потому что Рамануджа прекрасно знал, что если принцесса пожелает, чтобы ей вернули божество, любящий отец сразу изменит свое решение. И действительно, когда принцесса, которую звали Биби Лачимар, узнала, что брахманы унесли ее божество, ее охватила тоска, и все старания отца утешить ее были напрасны. Она отказалась от пищи и слабела день ото дня, пока не стало очевидно, что она наверняка умрет, если не будет предпринято что-либо, чтобы исправить положение. В страшной тревоге император решил послать вдогонку брахманам группу солдат, чтобы забрать у них божество, и если потребуется, то и силой. Узнав об этом, Биби Лачхимар просила, чтобы ей позволили ехать вместе с ними, и безумно любивший ее отец с готовностью согласился с ее просьбой. Так, под охраной отряда солдат и в окружении множества слуг, принцесса на следующий же день забралась на украшенный паланкин и покинула Дели, чтобы разыскать изображение Верховного Господа, так пленившего ее. Молодой человек по имени Кувера,
который страстно желал жениться на Биби Лачхимар и надеялся завоевать ее расположение, тоже примкнул к этому отряду. Тем временем Рамануджа и его спутники шли так быстро, как только могли, и намного опередили своих преследователей. В этом походе им очень помогали чандалы, которые несли божество и показывали самый легкий путь на юг. При такой поддержке вайшнавы прибыли в Ядавадри задолго до преследующих их мусульман. Полагая, что опасность еще не миновала, Ятираджа установил Шри Рамаприю в потайной комнате храма, где тайком поклонялся ему с несколькими преданными, знавшими о его присутствии. Между тем, принцесса со своей свитой продвигалась к югу, решив во что бы то ни стало вернуть божество, завладевшее ее сердцем. Однако, достигнув границ владений своего отца, она впала в отчаяние, потеряв надежду когда-либо снова увидеть глаза своего обожаемого Господа. Охваченная горем, она проливала горькие слезы, и никакие слова утешения Куверы не могли облегчить ее страдания. Однажды ночью, никем не замеченная, принцесса Биби Лачхимар, ускользнув от своих адъютантов, скрылась в ночной тьме. Только Кувера заметил ее отсутствие и, бросив отряд, последовал за удалявшейся к югу девушкой. Думая только о своем возлюбленном Господе, принцесса продолжала путь, и Кувера, заменяя слугу, приносил ей из леса плоды, чтобы как-то поддержать ее жизнь. Проведя в дороге несколько недель, молодые люди пришли в город Ядавадри. Как по наитию свыше, Биби Лачхимар была уверена, что ее долгие поиски кончатся в этом месте. Здесь она упала к ногам вайшнавов и молила их позволить ей увидеть еще раз ее возлюбленного Рамаприю. Ятираджа сразу понял, что сердце девушки исполнено чистой преданности, и хотя она была по рождению мусульманкой, он приказал, чтобы ее впустили в храм и позволили увидеть прекрасную форму Шри Рамаприи. С этих пор Биби Лачхимар оставалась в Ядавадри, занимаясь служением Господу и постоянно воспевая его славу. Вскоре она оставила свое тело. Всегда погруженная в мысли о Шри Рамаприи, она вернулась в его вечную обитель. Кувера все это время тоже оставался в Ядавадри, ухаживая за принцессой как нижайший слуга. Когда она ушла из этой жизни, он был охвачен таким горем, что не мог больше оставаться здесь. Отказавшись от мусульманства, он ушел в Шри Рангам и принял прибежище у лотосных стоп Господа Ранганатхи. Хотя ему позволяли входить в храм, Кувера оставался снаружи и пел гимны Господу Нараяне,
Он жил тем, что подавали ему посетители храма, во всем полагаясь на милость Господа. Однажды, поглощенный медитацией на Господа, он услыхал голос. «Раз ты не можешь войти в храм, я не могу дать тебе мое полное благословение. Тогда ты должен пойти в Нилачалу, так как Господь Джаганатха является освободителем всех живых существ». Получив такое указание, Кувер отправился в Джаганатху-пури. Здесь он мог увидеть трансцендентную форму Шри Джаганатхи, когда он проезжал во время парада Радха-ятры к Гундичу. Постоянно славя Всевышнего Господа, Кувера провел остаток своих дней в Джаганатха-пури. Благодаря своей неомраченной преданности, он совершенно очистил свое сердце и освободился от всех материальных привязанностей. Бибила Чхимар и Кувера, хотя они и родились в мусульманских семьях, благодаря чистоте своего любовного служения достигли высшего совершенства жизни. Преданность Господу всегда и всецело духовна и преодолевает все расовые, кастовые и религиозные преграды. И поныне в некоторых вайшнавских храмах Южной Индии поклоняются божеству Бибила Чхимар, чистой и преданной Рама Прии.